Снова в поход, уже на плоту. Слышишь, Иван Светович? Пароход дымит. Пароход, кстати, дымит. Ну, шик. Шикарный вид. Труба дымит. В общем, идем вот туда. Красота, да? Ага. Мечта любого рыбака. О, на малом. Да-да-да-да-да-да. Прикольно, если сейчас... Надо еще эти дуги поставить для троллинга. Будет вообще ажиотация создана. Леха, приезжай, на рыбалку пойдем. Еще бы рыба была бы, да? Да. Ловить надо уметь. Опля. Мы так на рыбалку еще не ходили, да? Помашите Ютубу. Хорошо, идем. Не мешает. Дым не мешает. Кто где куда? Кто чай пить, кто на рыбалку. Да, да. Вот как-то так и идем, да? На малом ходу. Вообще хорошо. Просто хорошая лодка. После этого плота на лодке вообще не ходится. Лодки вообще. Да нафиг она сдалась. Ты как мне хорошо. И походить можно. Лод по цене лодки. Как на суше. И поприседать можно. Опа! Опа! Тут хоть танцуй. Я говорю, лод по цене лодки. Ага. Правда? Ты возьми стул, сядь на край. Не, да, хорошо. Ну просто ты как-то не это... Коллектив так не вливаешь. Поставь туда стул. Рыбалочка, пути. Дождь начинается, что ли? Не могу понять. С такими паутинами хорошо в клёте. Пришел, а? Ничего говорить не надо, вот просто бороду ему дал, он как маньяк, надо расплетать. Вот хочешь Леху занять, сделай ему 3-4 узелка и дай ему, просто покажи ему. Он посмотрит, зубами поскрипит и пошел его убирать. Клюнет что-нибудь? А надо? Надо, наверное. Дождь клюнет. Не могу понять, дождь идет или нет? Или, а, это из этой, из катушки брызгает? Катушки, может быть. Ну, я думаю, вроде сверху не падает, брызги летят. Катушка такая. А ты ходишь, даже чувствуешь, Паш. Ага. Такая брызгучая катушка это. Это ты просто чуть-чуть делишь. Видишь? Надоело! Выкинул! Домой поехал! Привет! Привет! Скажи, что они там делают? Байкеры! Здорово, здорово! А мы на топляках рыбачим! Сейчас покажу! Рыбачки! Иван Федорович! Как всегда. Да, да. Было бы хорошо, если был бы карабин. Как у вас дела? Нормально. Финны там, вон они. Вон они. Один фин и второй. Один фин. Точно, точно. А вы где катаетесь? Мы приехали на пляж. А, да? Съезди, съезди. Мери вам глубину. Здесь должна быть коса. О, вот так. По шейку.
правее. Куда? Да, там вон мель впереди. Потише, потише есть. О, еще мельче стало. Вот так. Вот там вот тут. Так, а потом туда налево пойдем. Чаем как пахнет с дымком. Опа, опа, опа. Мель. Что такое? Мель, вон там трава. Там у тебя не зацепляй. Тут зацепляйка. Тут, которая плавает. У нее может быть любой гаденыш. Так научишься на ней, так. О, здесь поглубже стало. Мужики, рыба есть? Много, да? Понятно. Вам там не тесно? А то давайте с нами. Вы нам рыба, а мы вам чай. 6 часов в Москве. А у нас сколько? 5. У нас 4:30. Без 5, 4:30. 4. Нет, а у нас суббота. Интересно, она по порогам подымется, нет? Что, это шлюпка? Это штука, говорит? Может. Весной? Если вихрем пойдет. Чем эта блесна хорошо, ее можно бросить, она пусть в воде болтается. Шевельнула, она на дно пошла. Смотри. Мере глубиной, Ваня. На дно. И слай. Нормально еще. Нормальное дно. Нормальное дно. Ну-ка, раздуй-ка самовар. Пошла, пошла мазута. Блеск. Это ты кинул? Я кинул. Рыба плеснула. Там не кипит еще? Все, вскипел. А, вскипел? Конечно. Что вам сделали? Это надо видеть со стороны. Ветра нет, дождя нет. Мангал. Дрова. Запас. На зиму. И можно и на неделю ушел. На неделю, да? За навигацию на плоту. Давай. За плотную погоду. Да. Погода. За плотную погоду. Потеплело даже, да? Там закинул этого. Ваня, у меня там маленький плавает. Кто поверит, что мы на рыбалке идем? Чай пьем. На самом деле, мангал, рыбу жаришь, самовар, да? И на реке пошли. А вот теперь мы порыбачим, брат. Смотри, сидим на стуле, забрасываем спиннинг и не спеша... Там, кстати, на топляк чуть не кинул. Я в него и хотел попасть. Так где рыба стоит, она сзади, Павел Федорович туда не хочет идти. Он каждый раз меня оттуда увозит. Вот на самом деле надо было туда сходить. Рядом не мелко. Мы просто дошли бы до нее и все. Да, и покидали бы удочки там. Опа! Вот так вот. Сижу на стуле и рыбачу. Пойдем на течение сходим. Посмотрим, как он по течению держит. Там течение впереди. Шик блеск. Вот так вот идем. Иван, померяй глубину. Хорошая штука для багра. Да. И не упадет. Ого. О, нормально. О, глубоко. Давай лево, дай. Там на березе бананы растут, желтые. Бананы. Вон справа, Иван, топляк. Да, я его даже не видел. Где? Вон. Да, была дернут. Клинок какой крокодил. Сейчас на течение будем выходить? Смотри, сейчас выйдем. Сейчас нас будут крутить. Капитан пошел на этот самый... Оценить обстановку. Да-да-да. О, там течение мощное. Вот оттуда идет. К берегу прижим. Мелко? Да нет. Не, не достать. О, начало сносить. Береза желтеет, листья.
попробую против течения. Давай, давай. О, тут как крутит, а. Нормально идет, да? Это еще не на полном. Дать полный. Давай. А давай по краю выйдем. О. Померим глубиной, Ра. Нормально, тут глубоко. Тут мелко никогда не было. О, рыба плеснулась. Ого, большая. Мощная, но. Вот там впереди буруны такие. Вверх такой подъем, да? Речная пена. О, вот здесь такое коварное место. Самое пекло идем. Не, вот впереди, вот смотри, яма прям. Вон, видишь яму? Прям такая. Вот здесь якорь кидать. Перепад-то там не слабый. На месте стоим. Не идем вообще. Не. А вот блеска прям наверху идем. А, вон блесну вижу. Видишь? Ага. Я не кручу, она вот сюда. Ага. Медленно, но идем. О, хорошее место кинул. Я чувствую, как вот. Вот, вы выехали на ступеньку, на одну поднялись. Подходи туда. Морковина. Только я пока отключусь, телефон в карман положу на всякий случай. Вот может быть шухер. Стоим на месте. Стоим на месте. Да, стоим на месте. Успокойся. Не, идем по чуть-чуть вперед. Чайку попить. Такие поставили, стоим тут, да? Идем, мотор работает. Пьем чай на пороге. Когда еще попьешь чай на пороге? Да-да-да. По центру порога, по центру реки. Немного захлестывает. Что-то как-то захлестывает уже много. Это вот так вот можно туда-сюда вот так ходить потихонечку. Да. Мотор поставил немножко в сторону. Якорь кинул и вниз через. Все, она сейчас крутанет. Все, нас понесло вниз. Просто главное, чтобы не удариться. Не ударимся. О, как тянет. Что это было? Я на заднем. Ушли с порога. И теперь газ в пол. О, как он? Прям чувствуется, как он. А что это она? Максим, сюда надо немного. О, давай, давай, воду. О, мы протекаем. А что происходит? Сюда двинься. Пойдем вплотную, к топлякам подойдем. Я туда иду. Попробуйте. О, смотри, волна от нас идет. Нас догоняет. Небо сейчас очистится. Вон, сюда идет погода. Что ты хочешь? Топляка попробуйте выдернуть. Зачем? Ну, для эксперимента. След, смотри, от нас. Пузыри по краям. Ага. Там кто-нибудь впереди встаньте, если что, я скажу. В 5 метрах будет от этого. Паш, тормози, да, тормози, я сейчас так зайду. Нас течением донесет. Нормально тут. Топляки такие. Давай вплотную. А тут течение есть у них. Сейчас топляк дернем.
А он и так вон дернет. Грязи будет. Ну да, он грязный. Грязный, но вон там, смотри, какой белый под грязью. Да. Всю палубу сейчас засыпь. Реально, вон, смотри. Да, для этого. Для шалашей. Для шалаша тема. Вон он белый, кстати, внизу. Подожди, Максим. Он плотный какой-то. Мореный. Но он плотный. Вот этот ил снять, и он будет мореный. Да. Никакая не гниль. Угу. Шик. Шикарная вещь. Раритет. А тут смотри, какая макушка была в дно воткнута, она даже не выли. Вон мы походу сейчас так и наберем. Так вон здесь можно набрать. Не, сейчас походу пойдем и будем чекать. Давай. Ты их багром подтаскивай, а я их вытягиваю. Давай. Как быстро идет. Вторым крюком цепляй. Двумя когтями. Этот кривой. Сломанный. С правого борта. С другой стороны. Без руки. Смотри, как ловко получается. Может топляками займемся. Как будто сигнал. Топляки таскали. Как будто всю жизнь этим занимался. Вон там хороший. Давай туда. Да, плот, конечно, угадили. Вон под нами был топляк. А он маленький был. Это не то. Вот это зря сломанный взяли. Сломанный можно вытащить. Не, он пойдет. Сто лет топляки фигали. Шикарный вид на солнце еще. Вон идеальный. Коротковатый. Он справа будет, Максим. Запах такой речной. Плот прям создан для топляков. Какой он, моща. Да, разворачивайся. Давай эту штуку лови, мне. Лови, лови, лови. Убежал. Как нас не уйдет? Мы его... Иван, помогай. Майка, убери свою камеру. Мореный, мореный, вареный. Последнее дело мореного. Так, что тут? Мореный на самом деле. Шикарный вид. Это короткий, да? И вот этот нормальный. Вот это волна. Нормально. А борт вот там. Погоди, потише есть. Сейчас все топляки утонут. А сейчас плот помоется. Прям рядышком пройди. Блин, а ты разогнался. Не, я вон к тому, слева. Банщики там какие-то. О, мы еще банщиков скажем, вытаскивайте. Перемажутся. Кстати, из топляков надо подумать, что сделать, да? Мебеля. Топляк цепанул, он повернулся. Вторым крюком его сюда чик завалили и вдоль ставить. Тогда они мешать не будут. И надо их на центр ставить. Да? Она более это устойчивая. Просто мы сейчас попробовали. Да, да, да. Не на нос все грузить. Просто вдоль их закидывать сюда. Ну-ка дай газу. Волну. Промой плот. Чтобы
подлодка не получилась. Выйди с носа, Максим! Готовь, Паш, не надо. Идем в порт постоянной дислокации. 300. Пьем чай, попить. Да. Ну вот, на этой хорошей ноте и закончим. Можешь? На солнечной. Давай, наливай. Багор стоило. Багор себя отработал. Рабочий багор. Вот нелюдь, да? Он говорит, что стол мокрый. Смотри, что с погодой делаться. Все. Пока. От нашего плота вашему столу. Вашему плоту. Парня, а слабо на берег бревна вытаскать? Не надо. Вам все равно в баню ходить. Я трусы оденю. Вода играет, солнце на берегу. Пена красиво вот на реке, когда лежит. Самовар на фоне уходящего солнца. Сейчас солнышко вылезет. Ага. О, смотри, рябь.